Казахстан – лидер среди стран СНГ по количеству выходных дней. Почти треть нынешнего года для наших граждан будет нерабочей. По количеству праздников наша республика опередила все страны Содружества, включая Россию. В общей сложности в 2015 году казахстанцам выпало 120 выходных дней. Это на 2 дня больше, чем в Российской Федерации. А вот меньше всех повезло жителям Белоруссии. Они отдыхают всего 110 дней. Ближайшие затяжные выходные предстоят в мае, когда будут отмечаться сразу 3 государственных праздника. День единства народа Казахстана, День вооруженных сил республики и День Победы. Таким образом, в мае жители республики будут отдыхать 13 дней.